Синтетический наркотик сотрудники полка ДПС нашли в автомобиле «Рено», который остановили для проверки. Помимо водителя, в салоне машины находилась жительница Сочи, странное поведение которой и вызвало подозрение у стражи порядка. Помимо документов, полицейские поинтересовались содержимым сумки сочинки, которую она явно пыталась скрыть от полицейских. В рюкзаке было обнаружено 115 пакетиков с веществом серо-зеленого цвета. В настоящее время проведена экспертиза по данным порошкам и установлено, что в них содержится наркотическое средство, именно спайс. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хранение, распространение, перевозка наркотических веществ».